С одним из самых ярких праздников в российском календаре Днем молодежи жители Ноябрьска поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. Молодость – прекрасное время в жизни каждого человека. Это пора надежд, открытий, поиска жизненного пути, построения смелых планов. Задача государства – помочь молодому гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, оказать поддержку в процессе становления личности и при создании семьи. Именно вам, молодые граждане, совсем скоро предстоит взять на себя ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие города, региона, России. Уверен, что вы достигнете многого в жизни, сумеете реализовать самые смелые идеи, воплотив их в реальные проекты. От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных целей. Удачи во всех благих делах и начинаниях. Крепкого здоровья и благополучия. Уверенности вам в собственных силах. Счастья, вдохновения и удачи. Свои поздравления ноябрьской молодежи передает и генеральный директор «Газпромнефти» «Ноябрьснефтегаза» Павел Крюков. Восприимчивость ко всему новому, стремление к совершенству, умение мечтать и творить – выбор жизненного пути молодого человека полон грандиозных планов, открытий и достижений. Развивая свой профессиональный и творческий потенциал, молодежь определяет наше будущее. Уверен, что современному молодому поколению по плечу самые непростые задачи, реализации которых требует наш любимый город, наш Северный край и наша страна. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества и общения с замечательными людьми. Счастья, любви и успехов. Удачи вам!